лучшего образования, чем образование по собственной инициативе. Астрофизик Нил деграсс Тайсон. Меня зовут Екатерина Землянова, и это проект «Живые души», где мы ищем гармонию с собой, другими и миром в целом. А тема сегодняшней нашей встречи – семейное образование. Что это за формат образования детей, каких ресурсов он потребует от семьи и что подарит взамен, обсудим с Еленой Степановой, президентом Алтайской краевой общественной организации поддержки семейного образования «Альтернатива», политологом и профессиональным медиатором. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Я, знаете, перед нашим интервью вспоминала свои школьные годы. И вот сколько я училась, мне всегда казалось, что со школой что-то не так. Но я не могла сформулировать, что. Вот вы уже столько лет вглядываясь в систему образования, в системы образования даже, можете сформулировать, да, что же не так с обычной государственной школой, что она недодает, или какой-то там баг, или что там, что с ней не так? Мне кажется, сама школа, сама идея школы, она с самого начала была что-то не так, в ней заложено. Еще когда в начале 20 века было собрание гигиенистов, которые подводили итоги ввода всеобщего образования, когда только появились массовые школы, и гигиенисты сразу приняли решение и поняли, что это нездорово. То есть дети стали гораздо больше болеть, когда они пошли в школу. Вот. Там очень много в системе баков, да, и проблем. И точно так же уже с начала 20 века начали думать, как эту школу реформировать, что с ней делать. И ее постоянно идет реформа в школах во всем мире. Вот. И постоянно идет совершенствование. Это не хорошо, не плохо. Школа играет свои роли, сыграла хорошую свою роль в 20 веке, но сейчас мир развивается. И, наверное, уже можно что-то делать лучше, интереснее. Когда я училась в школе, даже в голову не приходило, что существуют какие-то альтернативы, да, обычной школе, что существуют варианты, что может быть еще как-то. Вглядываясь уже там столько лет в образование, что вообще происходит в мире, какие вот альтернативы, да, мне нравится название вашей организации «Альтернатива», какие вообще альтернативы существуют в школе и какое место среди них занимает семейное образование? Но, к сожалению, я тоже не знала, что такое, что есть альтернативы школьному, поэтому я тоже училась в школе, хотя, в принципе, мои родители довольно-таки прохладно относились к школьной системе. И то же самое произошло со мной, когда мой сын пошел в первый класс. Мы тоже не знали, но уже когда на этапе подготовки к школе выяснилось, что ему рекомендовали школу для одаренных детей. И я так узнала, открыла для себя мир, что бывают школы другие вообще там, что можно не сидеть за партой, что можно делать какие-то свои проекты и на этом строить вообще образовательный процесс. Вот, к сожалению, я не узнала, пока изучала другие школы, о том, что вообще можно в школу не ходить. Вот, но потом я после первого класса мы решили забрать на семейное образование, узнала, что такая возможность есть, и мы ее, конечно, использовали. Сейчас очень много возможностей, я насчитываю около 15 вариантов, как можно учить ребенка иначе, не как в стандартной школе. Можете немножко рассказать про это? Например, что 15 вариантов? Что это может быть? Хотя бы 3-4. Обычно в комитете по образованию представляют как раз идеальный вариант семейного образования – это школа дома, когда родители берут учебники, программы, сдают аттестации. Ну, это только один из вариантов семейного образования. Второй вариант – это смешанная модель, когда дети ходят на разные кружки, часть предметов изучая самостоятельно, часть предметов на кружках, часть предметов могут быть какие-то репетиторы, наставники, что-то с родителями. То есть это такая смешанная модель, но с опорой на школьные программы. Приглядку, да? И еще новая модель, которая все больше и больше получает развитие, это анскулинг, когда ребенок развивается на основе своих собственных интересов, и родители только помогают раскрыть то, что ему интересно, поддерживают его инициативы и расширяют его возможности. А можете поподробнее рассказать? Вот есть интерес, игра на балалайке, и как вокруг этого интереса может быть закручено семейное образование? Ну, смотрите, во-первых, самое главное – это то, что посмотреть, дать вообще возможность ребенку
раскрывать. Потому что ребенок, он не всегда зациклен на только балалайке. Это был пример как концентрации. Да? Но чаще всего нормальный 5-летний, 6-летний ребенок, он задает 1000 вопросов и совершенно разных вариантов. И вы не можете предсказать, как ему интересно будет балалайка. Да? Что такое? Вот ребенок увлечен балалайкой. Это и музыка, это и математика, ритм. Да? И это нужно узнать, из чего состоит балалайка. Да? Как ее может быть сделать? Как работает звук сам по себе, волна, и как мы ее слышим? Это, опять же, биология. Да? Как это отзывается? Как балалайка в разных странах, да, есть струнные инструменты, как они были исторически использовались, как развивалось географически, да, распространение, какие есть песни, это и поэзия, это и письмо, можно записать эту песню. То есть можно построить систему только на каком-то одном интересе. А интересов у ребенка на самом деле много, и вокруг него, не вокруг интереса, а вокруг ребенка строится система образования. Вокруг ребенка. А вот, если мы не берем идеальный вариант, когда действительно дома организуется школа силами родителями, вот если вот предположить, что два родителя работают, вот такая среднестатистическая обычная семья, как можно вот это домашнее семейное образование вот все-таки организовать? Если оба работают, не могут так. Тут в зависимости от возраста ребенка, если, например, средней школы и старшей школы, то здесь можно организовать, то есть ребенок может оставаться дома один, сам по себе. Да, и тут как бы нет каких-то проблем. Тут важно подобрать ресурсы, возможности, да, может быть, логистику какую-то, ребенок переходит с одного кружка на другой. Может быть, есть дети, которые самостоятельно уже готовы учиться, есть отличники. Да, от ребенка тоже очень многое зависит. А младшего школьника мы не можем оставить дома. И здесь задействуется либо большая деревня, да, то есть, чтобы вырастить ребенка, нужна деревня. Это точно, да. Тут бабушки, дедушки, может быть, объединяются несколько семей, да, и, допустим, они переходят из одного дома в другой. Вот, это может быть няня. Это может быть какие-то кружки, логистика такая выстроена, что ребенок туда приходит, потом переходит. У меня, например, сын во втором классе сначала к 8 утра шел в бассейн, после там шел еще куда-то, и как обычные школьники примерно к обеду приходил. Вот. И есть еще такое понятие, как семейные классы, семейные школы, когда родители разные объединяются и нанимают репетитора или сами играют роль репетитора. То есть вариантов очень много. Вот. Но и самое главное тоже, наверное, с чего нужно начать. Невозможно практиковать семейное образование, не изменяя себя. То есть семейное образование начинается с родителей. И у нас, и у многих начинается с того, что если ты ходишь в офис каждый день с 8 до 10, все равно нужно как-то, меняется и своя жизнь тоже. И в этом плане чаще всего семейное образование, оно перекликается либо с гибким графиком, либо с удаленной работой, что получается. То есть и у ребенка удаленное обучение, и у родителей удаленное, и у ребенка гибкий график, и у родителей тоже гибкий график. Семейное образование начинается с гибкости, можно сказать. А как вот в вашей жизни оно началось? Вот у вас сын, да, пошел в первый класс. И как, то есть вы начали искать ему, как одаренному ребенку, какую-то альтернативу, а как, и вы не знали про семейное образование, а как в итоге пришли к семейному? Он пошел в обычную школу, обычную, очень красивую, хорошую, сильную школу. Я, наверное, была таким родителем, которые были уверены в том, что хорошая, сильная школа решит все вопросы и закроет. Я планировала как раз работать, у меня и младшая дочь была, но я хотела на работу. Но когда он пошел в школу, где-то через 7 дней, есть еще такое понятие, как синдром 7 сентября. Ребенок сказал, что что-то подготовка к школе была более культурная, чем сама школа. Ему нравилось делать проекты, ему нравилось много делать, но ему сказали стоп. Нужно делать только то, что задают, столько, сколько нужно. И что-то ты слишком быстро торопишься, и, в общем, нужно делать это все помедленнее, то, что нужно получить. Какое-то время я не замечала тех процессов, которые шли в школе. Потом у нас получилось, что ребенок получил травму в школе, сотрясение мозга, бегали на перемене обычно.
личные дела. Вот. Но за то время, когда он был 2 месяца дома, там, 2 недели ему нельзя было читать, ничего делать, ну, писать. А потом мы постепенно начали заниматься, и когда вернули в школу, опережали программу примерно на 2 недели. И я начала задавать вопрос, это было где-то зимой, я начала задавать себе вопрос, а что ребенок делает в школе, когда приходится нам столько делать дома. Опять же, хорошая школа, это не значит, что в школе все делают, скажем, в школе все дают. Это значит, что от родителей требуется очень много делать домашних заданий. И там многие задания устроены так, что именно ребенок сам не может справиться. Ну, там, распечатать по окружающему миру, нужно что-то найти, какую-то информацию. Плюс там подделки какие-то, которые тоже подделки, требуют. Да, это легенды. Родители, да. Плюс, например, английский язык. Ребенок не может выучить сам текст поставить, да, он может выучить как-то неправильно, поэтому нужно, чтобы с ним его хотя бы слышать, как он это делает. И приходилось все равно и заниматься, например, английским языком, и ежедневно занимались там 1 час в день. А в школе это всего было 2 урока в неделю по 40 минут, и на ребенка получалось 4 минуты. Я начала изучать, полгода я изучала сайты, живые журналы, блоги, практику, начала брать литературу какую-то, да, изучать активно. И к маю я уже точно поняла, что во 2 класс у меня ребенок не идет. То есть, и у вас, получается, оба ребеночка занимаются? Сейчас трое. Класс. А вот вы, я понимаю, что еще и консультируете семьи, которые планируют для себя семейное образование. Вот зная их истории, зная их потребности, вот с чем они приходят на консультацию, да? Почему они приходят вот, в семейное образование? От чего бегут или куда бегут, я не знаю, как там. Истории очень разные, да, потому что консультации это всегда носят индивидуальный характер. У каждого своя история, настолько глубокая, настолько я иногда после консультации еще целый день хожу, думаю, что-то додумываю, потому что все очень разные. Вообще изначально ко мне приходили люди и узнавать, а вообще что это такое, расскажите о своем опыте. И многим просто не нравилась школа, там, где уже ребенок учился. Это средние классы были. И ну, приходилось забирать ребенка из школы. То есть ребенок болеет часто, психосоматика какая-то, плохо учится, не хочет учиться. Ну, вот с такими проблемами приходили, и как можно это сделать, как можно выровнять ситуацию на семейном образовании. А потом постепенно стало приходить больше людей, которые уже с 1 класса планируют семейное образование. Вот прям с самого начала. И уже люди знали о семейном образовании, их интересовали больше тонкости, да, нюансы какие-то юридические, какие-то организационные моменты. А в последнее время приходят 2 категории очень интересные. Первая категория – это те, кто попробовал семейное образование самостоятельно, и у них не получилось. Есть такие, которых там даже 8 класс никогда ребенок не был в школе, но тем не менее пришли в какую-то тупиковую ситуацию. А есть семьи, самые замечательные, самые мои любимые, это когда ребенку 2-3 года, 4, да, и они уже думают о семейном образовании, и вот эту стратегию выстраивают. Да, это замечательно, потому что чем раньше родители задумываются о образовании, и они не наделают ошибок, они не отдадут в 1000 развивалок, которые не нужно, да, есть сейчас появились дети, которые к 7 годам уже полностью отбита естественная мотивация. И вот чем раньше, по сути, узнать о свободных каких-то вариантах, то тем лучше. А чем отбивают эту мотивацию? Как это происходит? Ну, вообще нужно понимать, что есть мотивация внутренняя, есть внешняя. Вот чаще всего говорят, что у детей до 7 лет вообще нет мотивации, вообще даже до средней школы. Вообще у детей есть школьная система, да, есть вот ФГОС, да, некая придуманная система, что мы должны вложить в ребенка. Да, вот ребенок как пустой горшок, в который мы складываем, да, или глиной, с которой мы что-то делаем. А есть вторая концепция, когда мы говорим, что ребенок – это живой организм. Он родился со своим предназначением, да, и со своей какой-то генетической уже заложенностью. У него же уже есть родители, есть в роду какие-то гены, да, увлечения. Часто бывает. Уже в утробе матери ребенок чему-то учился, у него уже заложена вот атмосфера в семье, да, и он сам по себе, ребенок от рождения учится.
То есть он еще в животе у мамы уже слышит язык. Угу. Он, как только рождается, он уже учится. Он учится говорить, он учится ходить, угу. он учится владеть своим телом. Он узнает очень много. Еще до 3 лет, ну, огромный пласт информации он уже впитывает. Вот. И основано это на чем? На внутренних потребностях. Ребенок это делает сам. 5-летний ребенок, 7-летний, он задает огромное количество вопросов. И вот, вот эта вот мотивация, да, это является внутренней. Когда ребенок знает, что ему интересно, что он хочет. Вот. Ну, как родители чаще всего реагируют, да? Либо там, ну, часто очень, я это замечаю, там, подожди, не успел, там, я это пока тебе рано. И когда навязанных вот этих вот знаний, ценностей, готовых знаний, когда не ребенок сам попробует, экспериментирует, то тогда желание вот это вот внутреннее, оно постепенно-постепенно угасает. И мы получаем детей, которым ничего не интересно, которые готовы слушаться, воспринимать что-то, и даже иногда и не готовы уже воспринимать что-то. То есть либо адаптивные, либо бунтующие. Такие. Да, да, но бунтующие даже лучше, наверное. Ну, там легче перевернуть. Значит, у них что-то есть свое еще внутри. А как происходит вот поиск вот этого таланта, вот этой искры у ребенка на семейном образовании? То есть какова стратегия вот, работы с этой мотивацией? Чтобы вырастить замечательных детей, нужно замечать их. Да, и иногда гораздо важнее слушать и смотреть, чем говорить. Да, вот мы чаще всего берем ребенка, там, а вот у нас там будешь там врачом, будешь куда отвезти, кому-то надо сходить к психологу или там еще к какому-то педагогу, который скажет про него. А, но вот даже мультик есть про фей, когда вот разные инструменты, и маленькая феечка, она еще не знает никакие инструменты, она подходит и выбирает то, что ей нравится. Да, и нужно позволить ребенку дать выбор, дать среду, в которой есть разные варианты. И он может пробовать. Он пробует, смотрит, куда-то он углубляется, где-то он попробовал, нет, не понравилось, да, и дальше пошел. И важно, для родителей важно замечать, как он это делает. Ну, там, тоже игра с машинкой, да, каждый ребенок играет по-разному. Кто-то ею будет быстро, там, скорость, у кого-то нужно эстетически какие-то красивые, кто-то будет рисовать машинки, кто-то будет разбирать их, кто-то будет ломать краш-тесты, делать, кто-то будет еще что-то, это тоже важно заметить. То есть две вещи я вижу ценные, то есть смотреть на ребенка без ожиданий, каких-то стереотипов, как ну, то есть на свободного субъекта, и второе, внимательно смотреть, да, наблюдать, замечать, подмечать. Да, да. Ну, иногда важно тоже заниматься какими-то своими делами, потому что родители, когда слишком увлечены тем, чтобы исправить ребенка, да, но они работают над тем, чтобы работать над собой, в общем, они даже вредят. А вот все-таки семейное образование, есть ли люди, есть ли семьи, кому не подходит оно? Бывало ли такое, что, может быть, человек выходил в семейное образование, да, ребенка выводили, а потом обратно в школу отдавали? Ну, здесь два таких вижу аспекта. Первый аспект, кому не подходит. Кому не подходит, это тем родителям, которые не хотят, которые ну, категорически не хотят заниматься этим и хотят кому-то поручить. Да? Вот, когда есть цель, всегда есть возможность решить эту задачу. А кто чаще всего возвращает обратно в школу? Это те люди, которые ну, недостаточно изучили вообще аспекты семейного образования. Потому что первый год, когда забирают на семейное образование, и родители и дети проходят процессы расшколивания. Что это такое, скажите? Ну, когда ребенок, например, заходит в школу, да, и родитель идет в школу, есть процессы адаптации. То есть мы изучаем правила, мы установки, да, и мы к этому приспосабливаемся. А когда мы забираем ребенка из школы, решаем, что он не пойдет в школу, или вот когда он ходил в школу целый год, например, в первом классе он адаптировался, а потом мы его забираем обратно, то значит уже процессы адаптации прошли, и надо проходить обратно. И первый год, там, вот у меня сын плакал над ошибками, да, потому что в школе нельзя ошибаться, там, тебя нельзя исправлять. Ожидание готового решения, что я должен изучать, да, что вот... Чтобы к
кто-то за меня выбрал. Да, а кто проверит, а кто оценит, ну и так далее. То есть это у ребенка процессы. Я ничего не хочу, мне ничего не интересно. Вот. Чаще всего средняя школа. Вот. У родителей страхи, тревожность чаще всего, да, и желание так и быть хорошей мамой, быть хорошим папой, закупить кучу курсов, учебников, тестов, скачать методических пособий, пересмотреть огромное количество, слишком много сейчас информации, и пересмотреть все это, и вкладывают в душу, и выгорают. И вот первый год, да, чаще всего говорят, я попробовала, это слишком сложно, и потом уходят. А важно было как раз наоборот, первый год выстроить так, чтобы расслабиться немножко, понаблюдать за ребенком, может быть, дать ему возможность расшколиться, да, вот, отойти от той системы, выздороветь где-то, и потом выстроить. Тогда это, ну, как бы семейное образование можно построить более органично. А вот по поводу интереса, я думаю, что, ну, как бы, интерес ребенка, я понимаю, как это ценно, как это важно, но вот если, ну, там, с пониманием отнестись к потребности и задаче родителя, да, мы же хотим, чтобы ребенок, там, стал успешным, чтобы вот он выживал в мире без нас, там, ну, вот какие-то такие вещи, что, грубо говоря, подготовить его к будущему. Как находить баланс между желанием подготовить ребенка к будущему, причем будущего мы не знаем, да, то есть то ли китайский учить для успешной жизни, то ли английский, да, и вот его интересам, потому что его интересы, ну, они понятны, мы к ним с уважением, но есть еще, ну, какие-то базовые вещи, которые необходимые для успешной, там, языки там те же, да, если ребенку не интересны языки, у интереса нет. А ну, по-хорошему, ему бы хорошо бы 1-2 знать для того, чтобы классно в этом социуме реализовываться. Или это какие-то установки мои родительские? На самом деле одно другому не противоречит. Если ребенок следует своим интересам, то он, получается, попадает в те или иные ситуации, и он решает эти ситуации в текущем моменте. Чаще всего, но самостоятельно. Чем мы больше даем возможности самостоятельно решать задачи сейчас, здесь и сейчас, тем, скорее всего, он этому и научится в будущем. То есть, если маленького ребенка посадить в ходунки, то система его мышц, да, будет выстраиваться не совсем гармонично, ну, потому что это он не самостоятельный. Он должен падать. Он должен падать, ползать. Он должен сначала много ползать, потом вставать, да, иначе как бы это неорганично. Когда мы вмешиваемся в эту структуру, потому что ребенок должен ходить. Он, ребенок, и так будет ходить, если вы как бы не будете ему мешать. То же самое с языками. Если вы ему даете возможность, ну, не знаю, посмотреть мультики на английском языке, да, посмотреть песенки, вы путешествуете. Вы когда приезжаете в какую-то другую страну или вы общаетесь с иностранцами, то он неизбежно сталкивается с, ну, людьми, которые говорят. Вот очень много сейчас детей, которых нет в школе корейского языка, но подростки практически повально сейчас увлечены корейским языком, потому что это им интересно. И они его изучают самостоятельно. Ну вот, на основе интереса. Угу. Так, вот как это работает. Да. Идут больше на свободы, на то, чтобы ему было, ну, то, что ему откликается ребенка. По поводу возраста все-таки, с которого желательно переходить на семейное самостоятельное, свободное образование. Знаете, как... Вот с самого начала у меня, как система сложилась, еще до родов я услышала такую легенду, когда к гуру приходят молодые родители, у которых родился ребенок, и они говорят, когда нам приступить к воспитанию? Он говорит, вы опоздали на год. Вот, потому что в жизнь ребенка, на воспитание влияет наш образ жизни, наша жизнь. И в этом плане, вот я, например, беременная, ходила в музеи, слушала музыку, я знала уже о том, что это будет повлиять на моих детей. Поэтому никогда не поздно, но начинается, ну, можно сказать, еще с беременности. Вот. И когда мы выстраиваем вот эту систему рождения, это же связано и с грудным вскармливанием, и с процессом родов. И когда ребенок вот рождается, то ли пеленаем мы его, или не пеленаем, это тоже имеет значение. Какие звуки окружают ребенка? Куда мы ходим с маленьким ребенком? В это время он как раз впитывает информацию. Любим мы его или нет, он тоже это чувствует, и это тоже дает ему силы для развития или нет.
А вот, ну, наверняка вы сталкиваетесь, как, ну, в беседах вообще с людьми далекими от семейного образования, с всякими стереотипами, предубеждениями, мифами относительно семейного образования. Ну, то есть я больше чем уверена, что любимые про «а как же социализация? Как же ребенок там один совсем? А ему же нужен коллектив?» Вот. Расскажите, с какими мифами вам приходится работать и что на них отвечает, допустим, родителю, который вот, планирует для своего ребенка семейное образование? Ну, первое, конечно, это вот как же социализация, это прям вот такой классический миф, да. Но здесь нужно понимать, что социализация – это процесс, который происходит, во-первых, на 90% он зависит от родителей. Потому что, да, то есть это не важно, школьник ребенок, не школьник, родители транслируют установки. Ты будешь успешным или ты неудачник, у тебя ничего не получается. А деньги – это зло или деньги – это то, что нужно зарабатывать. Труд – это хорошо или плохо. Ну, то есть вот эти вот установки, да, и жить интересно или жить сложно. И, то есть вот эти вот установки дают родители. И эти установки уже ребенок отрабатывает с детьми либо в школе, либо еще где-то. Вот. А сами по себе дети ребенку нужны, но не в том количестве, в котором они есть в школе. То есть для нормального... Меньше 32. Да, если у ребенка есть 2-3 друга, то это уже замечательно. И в этом плане и двор, и кружки, ну, даже семья. Вот у нас многодетная семья, дети дружат друг с другом, им, в принципе, достаточно комфортно друг с другом. Они даже там где-то на отдыхе, вот, когда играют, им даже никто особо и не нужен. Вот, поэтому... Вот очень много с этим связано социализация. Очень много мифов связано с тем, что с качеством образования. Говорят, что на семейном образовании у меня вот нет такой возможности, я не хорошо знаю этот предмет, невозможно выучить классно. Но опыт показывает, что очень много нобелевских лауреатов, очень много известных людей, которые учились дома, успешных людей. Которые учились дома и довольно получили качественное образование. Здесь и даже исследования в Америке, там более развитый хомскулинг, показывают, что в среднем уровень образования на семейном на хомскулинге выше, чем у школьников. Вот. Ну, какие еще есть мифы? Что родители должны полностью посвящать процессу образования. На самом деле, в самом начале только требуется вот, научиться, учить ребенка учиться, да, показать ему какие-то инструменты. Как работает Яндекс, как можно набирать, как искать информацию, да, ну, давать. Первое время, когда встраивается, да, действительно, родитель включен, а потом можно постепенно отпускать ситуацию, и дети уже самостоятельно учатся, ну, где-то там 10 лет он уже практически автономно может учиться. А вот это вот то, что вот в университет не поступит, знаете, как-то аттестации, вот этот вот юридический момент, как он на хомскулинге организуется? Дети на семейном образовании имеют право сдавать аттестации, имеют право сдавать. Они могут сдавать, могут не сдавать. Вот, это тоже очень важный нюанс. Они сдают аттестацию тогда, когда им нужно, и получают точно такой же аттестат, как и в школе, и поступают туда, куда им нужно, если им нужно, опять же. Есть уже сейчас там ансхулеры, да, люди, которые понимают, что там в 15 лет они зарабатывают больше, чем другие люди, и зачем им, да, ну, иногда и так, вот, и зачем им нужно поступать. Ну, то есть каждый решает свою задачу. Вот это основной миф, это то, что есть один путь, да, садик, школа, институт, работа, офис и вот пенсия, да. А можно иначе, можно не ходить в школу, в садик, можно ходить в разные кружки, можно спорт, да, выстраивать, можно выстраивать свой какой-то бизнес, гибкую систему разных партнеров. И это, так можно жить до старости, в общем-то, не выходя на пенсию. Что вы порекомендуете родителям, кто заинтересовался семейным образованием, что почитать, что посмотреть, что поисследовать, что загуглить? Можно смотреть, конечно, какое-то время. Сейчас информации больше, чем достаточно, ее, можно сказать, огромное количество, да, и проблема даже на вот консультации приходят люди с тем, чтобы вот из этого вот хаоса, из моря создать какую-то свою систему, да. Поизучать самостоятельно, день, два, три, может быть, сейчас достаточно. Потом сходить куда-то вот на консультацию к опытному человеку. Мне кажется, это уже сейчас важно. Да? И следующий момент – это
ну вот я хотела бы показать книжку «Русский опыт и воспитание гениев» Юлия Ященко, да. Здесь вроде бы про гениев говорится, но на самом деле собран опыт русского педагогического. Дело в том, что семейное образование, оно корнями это уходит гораздо глубже, чем школьная и практика использования. Вот. И как это как эту практику применяли в разных семьях у Толстого, у Достоевского, у Чехова. Там, ну, Чехов учился в школе, но тем не менее. Как это у Набокова было устроено. То есть вот все это можно посмотреть, почитать. И многие вещи, которые, ну, там, установки наши, да, там, не знаю, там, педагогическая фиаско, он там в 15 лет там, еще не знает, кем хочет, да, еще там не знает языков. Но когда мы видим на опыт, когда уже взрослых людей, там, Менделеева или Льва Толстого, который там не поступил в университет, то мы понимаем, что нас это успокаивает, мы расслабляемся и можем уже уделять аспекты другим вниманием. Ну, например, сильная мама, сильная мать тоже тут есть. То есть больше заниматься собой, своим развитием, расширением, и тогда уже ребенок будет развиваться вслед за вами. Хорошая стратегия, мне нравится. А вот если посмотреть на, ну вот, опыт, да, вот есть русский опыт, есть международный опыт, есть барнаульский опыт, зная там о том, что происходит, ну, вообще там в мире, в Барнауле, в России, есть ли какие-то тренды, тенденции или отличия, допустим, вот за рубежом примерно так, такие тренды, такие способы, такие выборы там, в России так, а в Барнауле вот так? Угу. Ну, например, отличие американского хомскулинга заключается в том, что, как ни странно, он распространен в сельской местности. Там очень много ферм, в которых вот живут люди, кантри-культура, и родители, ну, далеко возить в школу, и там как раз вот многие обучают дома детей. Есть идея, такая мысль о том, что это выходцы из России, ну, не без оснований. А в России, наоборот, в крупных городах семейное образование более развито, чем в деревнях. Ну, больше ресурсов, больше возможностей, больше там, не знаю, грамотности среди родителей. Вот. Это вот, ну, такое ключевое отличие в России. В Барнауле семейное образование развивается, конечно, чуть-чуть задержкой. Вообще альтернативное образование лет, наверное, на 20 сильно отстает, да, даже от соседних Новосибирска и Томска. Я постоянно вот езжу, общаюсь с коллегами и вижу, что тот путь, который мы проходим, это один, который вообще в мире, это другое. Например, в мире сейчас больше, конечно, переход на анскулинг, да, на изучение разных технологий, цифровых технологий. У нас в Барнауле пока как раз такое более консервативное течение, да, многие родители выбирают там сталинские учебники, русская классическая школа, да, более такие традиционные методики. Вот, еще пока осторожничают. Вот это вот школа дома, более вот консервативные вещи уходят от школы в сторону более еще консервативных вещей, да, и хотят даже там форму и так далее. Я думаю, что перемелится мука будет, да, эти процессы, они соединяются, и каждый, даже в Барнауле можно выбирать то, что нравится, и у нас есть все варианты, возможности, как можно это сделать, и очень много инструментов, мы уехали из Москвы в Барнаул, и здесь много возможностей, даже больше, чем, допустим, в Москве, где-то дешевле, где-то качественнее, потому что здесь все-таки живые души у нас летают. Замечательно, радостно это слышать. Общаясь с педагогами, они часто жалуются, что на них навешаны сверхожидания, что от школы, от образовательной системы ждут всего, и воспитать человека нравственным, и этичным, и культурным, и таким, и сяким. Если мы берем как сферу образования, как отдельную там часть жизни, и семью, как ячейку общества, как, ну, вот, то, где родовые связи, где происходит, ну, какое-то такое непосредственное передача опыта и образа жизни, где границы? Кто за что отвечает? Образовательная система и семья. Что рационально и правильно ожидать от системы образования, а что сверхожидание? Нет границ, нет ожиданий. Потому что, во-первых, нет границ, потому что все пересекается. Мама может быть учителем, учитель может дать больше, да, чем учитель. И все пересекается, все имеет значение, и границ вообще нет. Ни в мышлении, ни в образовании, оно не начинается в школе, оно не заканчивается в школе. Да, и мы обучаем не тогда, когда мы пишем программы, когда мы что-то делаем, там, пытаемся дать какой-то учебник, а то, как мы ведем себя сами, как мы говорим, как мы общаемся, с каким уважением мы относимся к другим людям, с таким же вот уважением будут относиться и дети. То есть тут вопрос в том, что какие требования ты предъявляешь к себе.
Спасибо большое за этот содержательный разговор. Хочется верить, что после него возможностей для счастливого детства у людей станет гораздо-гораздо больше. А следующая наша встреча будет посвящена эмоциональному интеллекту. Что это такое? Эмоции – наше проклятие или наши возможности? И как эмоциональный интеллект приводит к успеху? Об этом поговорим. До встречи!